Отделение Всероссийского общества слепых в Ненецком округе отчиталось о своей работе. Администрации округа, города из Заполярного района члены общества рассказали о том, как они проводят время. Но поводом для встречи послужило не только это. Разговор зашел о существующих проблемах, о каких именно и можно ли их решить, узнаете в следующем материале. Турниры в шашки, спортивные встречи, литературные и музыкальные вечера. Региональное отделение Всероссийского общества слепых рассказывает о жизни своего объединения. Каждое знаменательное событие – повод для встречи. Уже есть и планы на майские праздники – поздравить тружеников тыла. Все, конечно, то зависит от руководителей. Их энергия, их пробивная способность ведет наш коллектив вперед. И чтобы дальше так же было все. На ежегодной встрече с администрацией округа, города и Заполярного района есть возможность поблагодарить всех, кто помогает жить интересно. Так общество уже четвертый год выигрывает грант Ненецкого округа. Посильную помощь оказывает Нарьян-Марская электростанция и Ненецкая нефтяная компания. Благодаря их финансовой поддержке, а это почти 1 000 000 рублей, есть возможность выезжать на природу или на фестивали в другие города. Однако остаются вопросы, которые предстоит решить. Председатель отделения обратился к главе Заполярного района. Чтобы там была доступна среда, в частности, чтобы были тротуары в надлежащем виде, и чтобы наши инвалиды, которые проживают на территории наших деревень, также могли ходить в баню, так же, как наши городские инвалиды и искательские, то баня у них там получается платная. Также члены общества обратились к главе города. На автобусных остановках необходимо сделать подсветку расписания. Особенно это нужно в полярные ночи. Еще у многих людей возникают проблемы с посещением офтальмолога, а часть домов и зданий в городе все еще остаются без пандусов. Татьяна Поздеева, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».